выборы у сельской мясцовости мают свои певные особливости. Распорядок дня вязковцев у значной ступени подпорядкованы работам на палетках и огородах, а так само догляду живелы. Але при этом явка на участке тут завсёды довольно высокая. У агрогородку Кропец Добрского района сегодня проживает около 1500 человек, и больше как 800 за их заявляются выборщиками. При этом около половы занесенных у списка приняли удел у дотерминовом голосовании. Миновито по причине проведения работ на присядибных участках. Практически все остальные пришли на участок 11 вересня. У вёсцы все один одного доброведуют, а тому у членов выборчей комиссии завсёду есть возможность нагадать одновязковцам об необходимости сделать свой выбор. Где-то встретились, передаем друг другу, также через соседей передаем информацию о выборах. В принципе, то люди все сами прекрасно об этом все знают. Телевидение освещают, радио, пресса. И все люди довольно-таки активно принимают участие в данном мероприятии. У Гомской сельской выборчей окрузе два кандидата у депутаты Палаты представников. Вся необходимая информация размещена на специальном стенде. Жихары вёски Крупец Павел и Ольга Гурьевы на выборчий участок пришли у другой половины дня разом с детьми, двухгодовой дочкой Эрикой и девятигодовым Сергеем. С раницы, кажут, не отрымалось, а то, что идти на выборы необходимо обовязково, у семьи вырашили давно и однозначно. Дети, да, поэтому пока проснулись, выходной день все-таки, от школы отдохнуть там нужно. Пока вот позанимались с ними, чуть погода хорошая. А потом уже решили после обеда сходить. Малая поспала и решили все-таки выполнить, так сказать, свой гражданский долг. Стараемся ходить на все выборы, потому что это наш долг, наша обязанность. Сходить. Сельский клуб у вёсцы Бярозкі Гомельского района на день выборов переутворился у центр громадского и культурного життя населенного пункта. У списке выборщиков больше 2500 человек, всего дорослое населенство вёски. Около 30% из них приняли удел у дотерминовом голосовании. Остальные вырашили прийти на участок у основный день выборов. Все лето Бярозкі относится до Будокошалёвской выборчей округи. Тут сярод претендентов два кандидаты, причем ободва працуют на керуючих посадах и мають высшую эдукацию, а тому выбор был не простым. Весь день за ходом голосования сочили наглядальники от предприемцев и громадских организаций. А прича того, участок не застався поза увагой представников миссии ОБСЕ и Содружности Незалежных Держав. За увагу не выказал никто, хоть цікавіліся усім процессом голосования. Интересовались списками избирателей. Интересовались списками избирателей, которые должны голосовать по месту своего проживания. Смотрели, от каких организаций выдвинули наблюдатели наши местные. Посмотрели протоколы. Никаких замечаний нам от них не поступило. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».